Привет, друзья! С вами вновь Григорий. Решил не упускать возможности. Сегодня у меня пробежка. Я зашел на это место, на котором мы уже были. Это шикарное, красивое место. Я думаю, что те, кто смотрит мои видео, узнают это дерево. К сожалению, я камеру экшен не взял, Соньку. Не знаю, как-то не подумал сразу же. Я знал, что будет очень красивая природа. Сегодня солнце встало. Вот. И очень красивая погода сейчас. И хочу вам заснять, хоть и на телефон, извиняюсь за качество, но я думаю, что ценителям, любителям природы это будет все равно интересно. Мы приходили сюда, когда снега не было, а сейчас уже есть снег. Видите, здесь животные дикие ходят. Косули я видел, шел по тропе косуль. И, в принципе, можно так найти животных. Видите, все истоптано здесь. Они тоже здесь ходят. Это не собаки. Видите, это косули. Так что сейчас я поднимусь на мое шикарное излюбленное место и сделаю вам обзорчик. И сделаю фотографии еще. Выложу ВКонтакте на своей странице. Вообще шикарные места. Сейчас еще к тому же у нас море замерзло. Я смотрю. Не успел я чуть-чуть. Солнце встало уже. Вот так вот выглядит это все. Сейчас не буду трясти картинку. Постараюсь ровненько, плавненько снять, как получится. Запыхался, пока бежал. Но надо совмещать спорт с созерцанием красивых мест. Не знаю, правильно, неправильно использовал слово. Ну, какой есть, такой есть у меня словарный запас. Можете критиковать, если кому-то не нравится. Вот, удалю потом. Да не, шучу. Если нормальный комментарий по делу, то я не удаляю. Вот. Такая красота здесь. Вообще шикарно. Да, жалею, что Соньку не взял. Сейчас пройдем еще на одно место. Ну что, вот я вышел на известное всем место. Сейчас сделаю обзор этого красивого живописного пейзажа. И хочу вам просто рекомендовать, чтобы вы находили время выходить на природу, отдыхать от этой городской суеты. Ну вот, я стараюсь тоже спортом заниматься, поставил цели. И, в принципе, благодаря этому у меня есть как бы стимул не просто сидеть дома, а в свободное время выйти, побегать. Сейчас солнце только встало недавно. Я, конечно, пропустил этот момент. Думаю, в следующий раз, может быть, как-то я приду, когда солнце будет вставать, тогда картинка будет намного шикарнее, красивее. Хотя и сейчас тоже, как видите, краски, они очень довольно красивые. Есть что посмотреть. Фотографии еще сделаю с этого места, тоже с этого ракурса. Вот. Призываю всех заниматься спортом по возможности, у кого есть здоровье. Вот. Ну, скажу так, что дешевле заниматься спортом, пока есть здоровье, чем потом попытаться это здоровье купить за деньги. Вы понимаете, что здоровье, если оно уже ушло, то его вернуть практически невозможно. Поэтому отбрасывайте все вредные привычки, все плохие привычки и навивайте себе новую привычку заниматься спортом, хоть ходьбой. Я вот скажу вам честно, у меня соседка живет, финка пожилая уже, ну, она каждый день, я вот бывает прибегаю только с пробежки, она выходит, занимается скандинавской ходьбой, с палочками выходит, идет, и я смотрю, ну, довольно часто ее вижу, поэтому даже люди в пожилом возрасте стараются как-то сохранить свое здоровье. Раньше это было, я помню, это было, ну, мы в Эстонии жили, я сюда, в Финляндию приезжал, здесь только это начиналось, как бы люди уже ходили, бабушки, дедушки, у нас этого почти не было. Ну, люди понимают, что здоровье надо беречь и как-то стараются его вот так вот удержать, как-то поддержать себя в хорошем состоянии. Вот, так что, ну, на этом я буду заканчивать это видео. Еще покажу вам немножко. Видите, здесь животных ходит много. Ну, это я прошел здесь. Здесь везде следы есть животных, здесь следы. Здесь косули, зайцы ходят. Далеко отсюда я лосей видел в том районе, около моря ближе. Вот это вот, кстати, море у нас, залив вот этот вот. Если кто первый раз смотрит мои видео, то вот хочу вам показать немножко. Такая вот природа. Сейчас я буду бежать обратно. Я сегодня уже пробежал почти 3 километра. И сейчас у меня есть обратный путь еще. И желаю вам, чтобы вы тоже в этом новом году
Ну, он уже начался, я уже не буду поздравлять, потому что это уже начался этот Новый год. И ставьте цели, достигайте их. Ладно, все, друзья, до следующего видео. Пока.